каждый раз говорю, вы не хлопаете, приходится фонограмму включать. Аплодисменты. Свой первый срок я выдержать не смог. Мне год добавят, а может быть 4. Ребята, напишите мне письмо. Как там дела в свободном вашем мире? Ребята, напишите мне письмо. Как там дела в свободном нашем мире? Свой первый срок я выдержать не смог. Мне год добавят, а может быть 4. Ребята, напишите мне письмо. Как там дела в свободном вашем мире? Ребята, напишите мне письмо. Как там дела в свободном вашем мире? Что вы там пьете? Мы почти не пьем. Здесь только снег при солнечной погоде. Ребята, напишите обо всем, а то здесь ничего не происходит. Ребята, напишите обо всем, а то здесь ничего не происходит. Мне очень-очень не хватает вас, хочу видеть. Милые мне розы, как там Надюха? С кем она сейчас? Одна тогда пускай напишет тоже, как там Надюха? Она сейчас одна, да пускай напишет тоже. Мне очень-очень не хватает вас, хочу видеть. Милые мне рожи, а там-то Марка. Надюха! А Марка, с кем она сейчас? Одна, тогда пускай напишет тоже. Как там-то Марка, с кем она сейчас? Одна, тогда пускай напишет тоже. Сколько у нас время есть, чтобы рассказать обо всем и уложиться? Но я попробую коротко. Значит, самое главное, что в этом году завершен фильм «Ермак». 4 года мы снимали эту картину. Я говорю, мы, подразумевая и актеров, и режиссеров. Режиссеры знакомы нашим телезрителям. Владимир Краснопольский и Валерий Усков. Помнят их по фильмам «Вечный зов», «Тени исчезают полдень», «Ночные забавы». Вот, Ермака играет, главную роль Ермака играет Виктор Степанов, тоже знакомый по фильмам «Ломоносов», играл Ломоносова-старшего, «Холодное лето», 53-го года, мощный русский актер, вот он играет Ермака, я играю вторую мужскую главную роль легендарного российского атамана Ивана Кольцо. Вот, и вот эта эпопея завершена, и можно сказать, я могу сейчас сказать, не боясь как бы, каких-то возвышенных слов, что это будет картина о нашей истории, которой еще в русском кинематографе не было. Но благодаря тому, что снимали ее в новое время, и несмотря на то, я тоже каждый раз акцентирую внимание, несмотря на то, что режиссеры классики, они сумели перебороть воспитание свое соцреалистическое и снять картину, как мне кажется, настоящую, которая будет держать внимание не только пенсионеров и домохозяек, как большинство сейчас телесериалов, идущих по телевидению, а и молодое поколение, что очень важно. Потому что они увидят истинную историю российскую, какие были мужики и какие были на Руси люди, и как они болели за свою страну, за свою землю. Все это будет в этом фильме. Вот. Вместе с тем окончена картина с Матвеевым, Евгением Матвеевым, я его любя называю «Дядя Женя». Так как бы ближе, что ли, получается. И картина называется «Любить по-русски». «Любить по-русски». И вот в этом фильме я играю роль бывшего военного летчика, который влюбляется в беженку, которую играет Лариса Удовиченко. Вот. И я специально для этого фильма, можно сказать, специально скомпилировал из своих бывших песен и дописав некоторые куплеты и припев, я сделал специальную песню, которая звучит в этом фильме и в титрах, и в объяснении моем в любви этой героине. Я бы, так сразу, чтобы не было просто скучно слушать меня, не только буду говорить, а буду как бы цитаты такие из песен. Вот песня такая. Отпущено свыше заполнять верой души и полями страданий, и дорогой в мечту.
Мы Россию услышим сквозь кровавые стужи. Мы поймем, мы подставим наши спины кресту. Мы Россию услышим сквозь кровавые стужи. Мы поймем, мы подставим наши спины кресту. Любить, любить по-русски значит жить без камня, без камня в сердце и в душе своей. Любить по-русски значит в море чувства вести корабль возвышенных страстей. Любить по-русски значит в море чувства вести корабль возвышенных страстей. Сколько горя изведав, ради счастья, ради света отчизны, уходили колобом в поднебесную мглу, веря в близость победы и мечтая о жизни, где избитые стопы окунем в райский луг, веря в близость победы и мечтая о жизни, где избитые стопы окунем в райский луг. Любить, любить по-русски значит жить без камня, без камня в сердце и в душе своей. Любить по-русски значит в море чувства вести корабль возвышенных страстей. Любить по-русски значит в море чувства вести корабль возвышенных страстей. А любовь, она вечна, потому наши глотки теребят добрым криком души, нервы, умы. Чтоб сердца успокоить, топим горе мы в водке. Боже ты вечным ликом, оживи наши, наши сны. Чтоб сердца успокоить, топим горе мы в водке. Боже ты вечным ликом, оживи наши сны. Любить, любить и любить по-русски значит жить без камня, без камня в сердце и в душе своей. Любить по-русски значит в море чувства вести корабль возвышенных страстей. Любить по-русски значит в море чувства вести корабль возвышенных страстей. Ну вот, вот такая песня звучит в фильме. И фильм появится, как и «Ермак», и эта картина «Любить по-русски» появится на экранах где-то в мае месяце. Вот, и это что касается кино. Хотя я задумал тоже снять, ну это не будем, значит, будем говорить, что как бы сделано и какая работа делается. А делается сейчас работа очень важная, на мой взгляд. Я записываю пластинку, лазерный диск, посвященный столетию нашего великого русского поэта Сергея Есенина. 3 октября следующего года будет 100 лет нашему замечательному поэту. И для меня очень важна эта тема, именно потому, что я хочу показать как бы совершенно другую сторону Есенина, или не другую сторону, а с другой стороны, потому что то школьное восприятие Есенина, и как нас всегда учили, это некое такое сусальное, голубое, розовое такое, что-то такое, и с кем я не говорю, как бы так и воспринимают. Это не вина людей, а в данном случае так воспитывали нас, что все, что выше пояса, все это нужно и все это хорошо. А все, что ниже пояса, это значит безобразие и вообще. Я так не считаю, поэтому я Есенина показываю в полном объеме. И для меня это символ России. Для меня Есенин, как никто, воплощает в себе ту высоту,
русской души, и то буйство, и то падение в пропасть, которое опять-таки так уж в силу исторических обстоятельств принадлежат русской душе. Вообще для меня понятие «русский» — это понятие состояния души, а не принадлежность к национальности. Потому что, поэтому мне сейчас смешно смотреть на какие-то крайние такие проявления, там, фашиствующие, когда говорят, вот мы русские, а все остальные, там, значит, потому что сейчас невозможно, во-первых, отделить, кто точно русский, потому что русский человек и есть, вот я разовью свою или не разовью, а... Я отыграл спектакль, да, чуть-чуть после спектакля еще и мы выпили, так что мне сложнее, значит, сосредоточить. А сейчас я сосредоточу. Значит так, вот для меня понятие души, русской души, что входит сюда? Дело в том, что на протяжении многих веков у нас огромная территория и огромное количество народов и национальностей жило на нашей территории. И огромное это количество роднилось друг с другом, именно благодаря вот той высоким понятиям любви, несмотря на то, кто ты там, татарин, немец, чукчели, все. Русский человек, он если влюбился, он любит безрассудно, неважно, там есть деньги, нет денег, богатство есть, любит и любит. И это прекрасно, мне это очень нравится. Но на протяжении вот всех этих времен получилось так, что как ни в одной другой стране мира, земного шара, не было такого вот соединения огромного количества именно наций, национальностей воедино. То есть именно на нашей земле, в России, вот это смешалось. И ныне как бы есть человек, вот для меня русский человек, это понятие именно вот этого вбирания полностью всего и хорошего, и плохого, что было у этих народов, что было на этой земле. Именно поэтому я и говорю, что русский человек, если взлетает, то взлетает так, как не взлетит ни один другой, и тому подтверждение наша литература, театр, наши люди. А буйство российского или буйство россияне и русской души тоже таково, какого нет тоже нигде. Уж если буянит русский человек, то буянит так, как другим и не снилось. Вот Есенин – это соединение, это символ русского человека, русской души. Он болел как, я не знаю, как если сказать, на языческом уровне, на животном уровне болел за свою землю, за свой народ, за своих близких, любил так, как, опять-таки, может любить только вот, русская душа, природу, отождествляя ее с живым миром, то есть там, березки, реки, земля – это живое, это как брат, как сестра, как что-то живое. И именно после Сергея Есенина вот вошло в литературу именно такое восприятие. И для меня это некий прорыв, некий прорыв в будущее, потому что я убежден, что в будущем все религии объединятся и будет просто религия любви, неважно, кто ты, христианин, мусульманин и так далее, главное, что ты делаешь на этой земле, и главное, что ты любишь и хочешь, желаешь любви, и делаешь все, чтобы эта любовь множилась твоим близким, твоим врагам. И у Есенина по этому поводу есть гениальные строчки. В Библии есть, да, «Возлюби врага своего». У Есенина это сделано в эмоционально-образной системе. «Помирись», у меня, наверное, так отрывок просто из песни, она так идет. Посмотри, посмотри, как хорошо кругом. Губы к розам так и тянет, тянет. Помирись лишь в сердце со врагом, и тебя блаженством ошафранит. Помирись лишь в сердце со врагом, и тебя блаженством ошафранит. То есть вроде библейская заповедь, а подана совершенно в эмоционально другом ключе. Вот и помимо этого, Кабацкий цикл я записываю, и все это мы делаем в студии Ленкома, театра Ленкома, с группа моей молодости или моей юности была такая группа, в те времена знаменитая «Аракс»,
Ракс, я не знаю, помнишь ты или нет, но была такая группа, где работали, и сейчас это суперпрофессионалы. Это настолько профессионалы, что они не востребованы сегодня для массовой культуры, поскольку массовая культура еще не доросла до них. Они работают все спектакли, знаменитая «Юнона и Авось», которую многие телезрители знают, это как раз они в ней работают. Ну, все рок-оперы первые, это вот только благодаря как бы их профессиональному и умению. И вот мы решили соединить профессионализм, тот опять, который есть у нас, не попса, не дешевый рок какой-то, именно дешевый, а настоящая музыка, настоящие талантливые люди соединяют свое умение с гением Есенина, и я как бы пытаюсь добавить свой талант, вложить в это, дабы получилось нечто такое, чего до сих пор не было. Ну вот, допустим, вот такое будет, такая песня будет. Руки милой пара лебедей в золоте волос моих ныряют. Все на этом свете из людей песнь любви поют и повторяют. Листья, листья, листья падают, стонет ветер протяжен и глух. Кто же сердце порадует, кто его успокоит, мой друг, что под этой белой лунностью, принимая счастливый удел, я с чужою веселою юностью о своей никогда не жалел. Листья падают, стонет ветер протяжен и глух. Кто же сердце порадует, кто его успокоит, мой друг, а про меня же и про эти песни говорите так. Среди людей он бы пел нежнее, он бы пел нежнее и чудесней. Да сгубила, да сгубила пара лебедей. Листья падают, стонет ветер протяжен и глух. Кто же сердце порадует, кто его успокоит, мой друг? Листья падают, стонет ветер протяжен и глух. Кто же сердце порадует, кто его успокоит, мой друг? Кто же сердце порадует, кто его успокоит? Это что касается лирики, а вот это я говорил о Кабацком, хотя это все лирика, но вот Кабацкий цикл, то тот Есенин, которого мало кто знал. Вообще мало кто знает, я свой диск начну с документального голоса, с документальной записи, вступление. Да, будет такое вступление, документальная запись голоса Есенина, и многие, я думаю, будут удивлены, услышав низкий, с хрипотцой тембр голоса. Опять-таки, то школьное восприятие, которое нам говорили, такой. И те фотографии, которые все время публиковались, Есенин такой, такой, он такой и был, безусловно. Но при этом он был настоящим, он любил землю, он любил женщин, он любил, как бы понимая, что это грех в каком-то, любил и грешить, и выпить мог, если болела душа и болело сердце. И вот все это как бы есть в Кабацком цикле. Вот такая вот песня о нашей земле, о нашей стране. Такая она. Снова пьют здесь, дерутся и плачут. Под гармоники желтую грусть проклинают свои неудачи, вспоминают Великую Русь. И я сам, окунаясь головою, заливаю глаза вином,
чтоб не видеть лицо роковое, чтоб подумать хоть миг об ином, что до всеми навек утрачено. Май мой синий, июль голубой, не столь так чадит мертвой вечной над пропащей этой гульбой. Ах, сегодня так весело россом самогонного спирта река. Гармонист с провалившимся носом им про Волгу поет и про чека. Что-то злое во взорах безумных, непокорное в громких речах. Жалко им тех дурашливых юных, что сгубили свою жизнь сгоряча. Где ж вы те, что ушли далече? Ярко светят вам наши лучи. Гармонист спиртом сифилис лечит, что в киргизских степях получил. Нет таких ни подмять, ни рассеять. Бесшабашно сим гнилью дана. Ах, Россия, моя Россия, азиатская сторона. Нет таких ни подмять, ни рассеять. Бесшабашно сим гнилью дана. Ах, Россия, моя Россия, азиатская сторона. Ах, Россия, моя Россия, азиатская сторона. Такой вот Есенин, и я глубоко, глубоко убежден, что это Есенин, хотя я с 83-го года занимаюсь, и меня эта тема волнует, и волнует стихи, и волнует настоящий Есенин, и с 83-го года, я помню, как я писал первые песни, мне говорили, это не Есенин, это совершенно, это там, это не похоже на Есенина. Ну вот задача как бы ставится такая, чтобы люди узнали и настоящего Есенина, и для того, чтобы через эти стихи, через эти песни проникнулись тем, той, ну я не знаю, так громко звучит, но можно сказать, той гордостью, которая, к сожалению, нас сейчас покинула, и которой сейчас нам не хватает. То есть мы как бы настолько стали себя не уважать, что поддаемся влиянию всех, опять-таки, это нормально, цивилизованный мир, то, что они все прошли, все, но мы поддаемся настолько этому влиянию, что забываем о том, что у нас было, и что у нас есть такая сила и такая мощь. И вот Есенин как раз, как никто, это показывает и доказывает, чтобы возродить ту гордость в душе российского человека, и чтобы наконец-то возродиться из того хаоса и из той бездны, в которую мы упали, и которую упали и привели российского человека, воспользовавшись именно тем, что я говорил, именно тем, что если буянит россиянин, и если он падает так, как не падает никто. Вот эту сторону большевики и разбудили. Эту сторону, не ту высокую полета и так, чтобы мы могли взлететь так, что весь мир за собой могли бы утащить Господу Богу туда, ввысь, а вот в бездну. Про всех вождей сказал, про одного забыл, про самого главного. Свет включи, тебе, пожалуйста, чтобы я видел в глаза. Про того забыл, а прочитаю вам стихотворение не свое, правда, а Наума Коржавина, вот как раз про главного вождя. Включите, девочки, свет в зале. Ага. А стихотворение такое. Любовь к добру разбередила сердце им, а Герцен спал, не ведая про зло. Но декабристы разбудили Герцена, он не доспал. Все с этого пошло. И ошалел от их поступка дерзкого, он поднял страшный на весь мир трезвон и разбудил тем самым Чернышевского, не зная сам, что этим сделал он. А тот сосна, имея нервы слабые, стал к топору Россию призывать и этим самым разбудил Желябова, а тот Перовской не дал всласть поспать. И захотелось сильно сразу драться им, идти в народ и не страшиться дыб. Так и началась в России
конспирация, большое дело, вечный недосып. Был царь убит, был царь убит, но мир не зажил заново. Желяба впал, уснув неслабым сном, но перед смертью разбудил Ульянов. Ульянов же пошел иным путем. Того не знал, и этого не ведал он, но мести в нем запас не иссякал. Недаром он во всех своих творениях лет 50 виновного искал, то в бундах, то в кадетах, в проституцию искал виновник всех обид и зол и совершил в России революцию, чтобы никто от кары не ушел, и на Голгофу шли с ним со знаменами отцы семейств, как в райское житье. Простите нас за наши рожи сонные, мы дети тех, кто не доспал свое. Все обойтись могло б с течением времени, и жизнь вошла бы в свой привычный быт. Какая ж сука разбудила Ленина, кому мешало, что ребенок спит? Я думаю, что сейчас как раз наступает момент, когда все больше и больше мы начнем задумываться над тем, что, опять-таки, не какая-то узкая направленность, религиозная ли, национальная ли. Все мы люди земного шара, все мы живем на этой земле, и от каждого, опять это громко звучит, но я в это верю, что от каждого из нас, от энергии души каждого человека зависит то, что у нас в стране, то, что у нас на земле, и то, что сейчас как бы к этому уже уровню подходит разговор, это здорово. И вот в данном случае, я говорю, поэзия, и поэзия Есенина это олицетворяет.